Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня 26 марта и с вами Камила Хакимуллина. Вот уже и заключительная неделя первого весеннего месяца. А начать я предлагаю со сказки-притчи для семейного просмотра. Внимание к сюжету! «Маленький принц» — это спектакль, добрая и трогательная история, в которой просто и проникновенно говорится о дружбе и любви, о долге и верности, о жизни на планете Земля. Уникальность «Маленького принца» в том, что он понятен человеку любого возраста. Зрители постарше увидят на сцене притчу об ответственности и доверии, а младшие — просто добрую сказку о маленьком принце, так похожем на них самих. Театр «Молчи и танцуй» и художник Елена Ведерникова представляют спектакль «Маленький принц». Эстетика театрального искусства, экспрессия современных танцев и волшебство песочной анимации в новом прочтении знаменитой на весь мир сказки. Да, принцев много не бывает, но предлагаю двигаться дальше. Ведь для вас сегодня выступят мощнейшие исполнители, а также советую захватывающую выставку. Смотрим! «Оникс» и «Доп Дот». Уникальный совместный тур двух мощнейших рэп-коллективов с обеих сторон Атлантики. Ветераны хардкор-рэпа из Нью-Йорка «Оникс», которые с начала 90-х будоражат российские хип-хоп-головы, когда в каждом подъезде и заборе можно было видеть на стенах их лого «Mad Face», объединились с молодыми, агрессивными голландцами «Доп Дот», которые ничем не уступают старикам по мощи, но делают свой уникальный саунд, смешивая хардкор, хип-хоп с дабстепом и трэпом. Интерактивная научная выставка «Город роботов 2018». Вы увидите современные достижения робототехники, новейшие роботы со всего мира. Мастер-классы. Вы даже сможете собрать настоящего робота и унести его домой. В программе выставки знакомство с 67 роботами, 44 из которых впервые в Казани. Некоторые прибыли прямиком с презентации в Лас-Вегасе. Робот-девушка Алиса, которая максимально точно повторяет человеческие эмоции и мимику. И многое удивительное не пропустите. Эта рубрика создана нами специально для вас, чтобы вы не потерялись в море информации о событиях, происходящих в нашем городе. До встречи!